Итак, ребята, всем привет! С вами снова я, Лиза Шубина. И сегодня я вам сделаю примерочку одного моего лука, который у меня был на фотосессии с Амиром Гумеровым, собственно. Вот. А попозже, когда я сделаю так называемый, так скажем, тренингурчик, то следом посмотрите мою фотосессию, только без какой-то моей озвучки и комментариев. Ну что ж, поехали! Итак, ребята, сейчас вам расскажу про цены вот такого вот моего лука. Вот этот топик прекрасный, фиолетовый, мой любимый цвет. Я его брала в Бershka, стоил около 2000, точно не скажу, не помню. Вот. А вот эти прекрасные, просто чудесные штанишки, просто такие кайфовые штанишки. Я их брала на Велгрисе примерно за... Да нет, не примерно, а за... Они стоили около 3000, точно даже не скажу, потому что заказывала давно. Но, собственно, уже не могу посмотреть, так как из корзины из этого всего убрала. И, ну, примерно, короче, около 3000. Вот. Но на самом деле лук очень кайфовый, так скажем, 5000 мне обошелся, вообще топский. Мне очень сильно нравится, правда. Также можно только в луке ходить, не только в какие-нибудь фотосессии, а там же на какое-нибудь мероприятие, день рождения или что-то еще. Ну а сейчас смотрите фотосессию. Как вы знаете, я кукнула свой телефончик. Вот. И чтобы делать для вас новый контент, разные кайфовые видосики, мне, собственно, нужны новые. Ну, все мы это все понимаем, да? К чему это все говорю? У меня есть кайфовый, классный новый канал на Boosty. Вы можете подписываться там мне. И, так скажем, этим всем вы мне делаете моральную поддержку. Вот. Всем спасибо, кто подписался уже, потому что мне хватило на первый взнос на новый телефончик. The same floor our world has been shaking on. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, what's your soul saying? Oh.
much the same flow. Our world has been shaken up. Нормалёк. Молодец. Все, погода самое интересное, отойдем. Где-то упала? Да. Действительно, самое интересное. Самой бы прямо любопытно стало. Не знаю. Пухнула? Отлично. Эпично. Заштормило, так заштормило. Ребята, примерно как-то так выглядел мой лучок, вот этот весь. Оцените в комментариях его. И также таки оцените мою фотосессию с Амиром Гумиром. Не забывайте подписываться на мой Инстаграм, Ютуб, Телеграм, ВК-канал. И также таки не забывайте подписываться на Бусти. Это мой новый аккаунт, откуда я, так скажем, немножко зарабатываю и выплачиваю за мой новый телефончик, на который, собственно, я сейчас уже это все снимаю. Вот. А так, в принципе, на этом у меня все. Так что ставим лайки, подписываемся, ставим колокольчик, пишем комментарии. А так, у меня на этом все. Так что всех люблю, всем пока!